Впереди нас ждут несколько праздничных дней. Подготовиться к ним поможет ярмарка под названием «Регионы России». Она открылась сегодня в Архангельске во Дворце спорта. С чем приехали гости из разных уголков страны, знает Наталья Пулина. Архангельск готовится к праздничным выходным, и ярмарка «Регионы России» – хороший подарок для горожан ко Дню народного единства. Например, гости из Волгограда привезли домашнее соленье и сало фермерского производства. Рыба с дальневосточных морей архангелогородцам давно знакома. Чавыча, нерка, кижуч и селедка свежего улова, засоленные прямо в бочке. Еще одни гости из Вологодской области. Кишгородецкий мясокомбинат привез все разнообразие мясной продукции, приготовленной по оригинальной рецептуре. Мы приезжаем достаточно редко, раза два в три год. Цены производителя, то есть все наши, то есть мы не перекупщики. Из Воронежа теплые пуховые платки ручной работы, из Вологды полотенца символом наступающего Нового года. Гости из Томска радуют урожаем сушеных грибов и ягод. Последний раз в этом году свежая капуста засолочных сортов от Шенкурского крестьянского хозяйства. Ярмарка «Регионы России» будет работать во Дворце спорта до 2 ноября включительно. Наталья Пулина, Евгений Зыков, «Регион 29».